Дорогие друзья, меня зовут Елена Еремеева, заместитель руководителя администрации муниципального района Усть-Сылимский. В преддверии нашего главного праздника, Дня Великой Победы, я хотела бы прочитать вам стихотворение российского поэта, нашего земляка Олега Акимовича Чупрова «Шел солдат к победе». Шел солдат к победе, много верст и дней, в Мецанбасе бредил по ночам о ней. Кружит лихолетье, друг отстал в пути. Шел солдат к победе и сумел дойти. Он в окоп вжимался, в чистом поле мерз, но в атаку рвался первым в полный рост. Долг один на свете — отчий дом спасти. Шел солдат к победе и сумел дойти. Росчерк на Рейхстаге, в роще соловьи, повесть об отваге, верности, любви. В трубы звонкой меди майский день свети. Шел солдат к победе и сумел дойти. С праздником Великой Победы, дорогие друзья!